Так, что мы хотели купить? Мы хотели купить фарш. Это наша любимая Максимушка, которая нас кормит. Так, бананы по 79 центов есть. Приехали из магазина Максима и хочу показать, что же мы купили. На какие продукты акция делает скидки и насколько она оценяет продукты. И если кому будет интересно, оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите видео до конца. Вот с праздников у меня остались подснежники. И сейчас я вам буду показывать, что же мы купили. Ну, вот купили вот такой порошок. Кстати, эта акция была по карточке. 6. Я сейчас скажу, сколько мы заплатили. То есть, эта упаковка стоила 9,95 €. И нам сделали скидку на 3,46 €. 6,49 € мы заплатили. Вот. Там был просто персил. А здесь вот запахом. Я вот сейчас решила попробовать купить вот этот персил. Муж купил себе на работу вот такой сервелат. 280 грамм. Купил две штуки. И вот эта колбаска, она стоит 94 цента. За две у нас вышло 1,88 €. Затем мы купили вот такой фарш. Это фарш с индюшатиной, 500 грамм, и стоил он 2,29 €. И вот скидка 50%. Фарш, кстати, очень даже неплохой. И сегодня мы будем варить с фрикадельками суп. Так, второй мясной продукт. Это вот такое порезанное менти. Эта вот упаковка стоила 2,89 €. И Максима сделала 50% скидку. То есть вот эта вся упаковка нам стоила 3,65 €. И скидка 76 центов. И еще вторая скидка 1,45 €. Китикет курица. Купили для своих кошек 22 цента. 22 цента. Максима тоже сделала вот такую акцию. Мы купили 10 упаковок. Я положу в холодильник, и они могут лежать. Яйца 10 штук. 10 штук. И тоже Максима сделала акцию. Они стоили 1,79 € и 90 центов. Акция сделала акцию.
Вот такие вот клайпецкие экстра сосиски, высший сорт, €89. И Максима опять же сделала акцию. Я сейчас скажу, сколько они стоили, они €89, и скидка 48 центов. И вот клайпецкие сосиски, они совсем неплохие. Другой продукт — это клайпецкие экстра сосиски. Они стоили €89, и 49 центов Максима сделала скидку. Вот эти, кстати, сосиски 300 грамм, они совсем неплохие, молочные. В кулинарии мы в Максиме покупаем иногда вот такой холодец. Вот эта упаковочка €33 и килограмм 4,34. Здесь 306 граммов. Кстати, совсем неплохой. Мы его иногда берем. Такой упаковочки вот хватает на два раза. Следующий продукт — это у нас пангасио филе. Вот такие упаковки. И здесь идет на вес. Вот мы купили три упаковки. Я иногда с этого филе варю суп, иногда просто жарю в сухарях. То есть килограмм вот этого килограмм этого филе, цена 7,99, и тут вот по 500 грамм, то есть где-то 3,69 килограмм, где-то примерно вот такая вот цена. И вот после праздников Максима тоже дала хорошую акцию вот именно на это филе. Посмотрите, оно неплохое. Такие вот большие куски. Я взяла три упаковки. Следующие продукты — это вот икра форели. И Максима тоже сделала сейчас акцию. И, то есть одна баночка стоила 6,49. 12 евро 98, и 2,60 нам сделали акцию. 5,49 акция вот на эту икру. Затем мы вот выбрали такой творог. Здесь килограмм сжимает, 9% жирности. И этот творог совсем неплохой. То есть 4,28 евро килограмм. И нам Максима делает 90% нолейду. Неплохой такой творог. И купили вот такое мыло. Это 75 грамм. И вот клубника, сливки. Затем апельсиновая с корицей. Вишня, шоколад и манго, и йогурт по 19 центов. Мыло у нас очень дорогое, и когда есть акции, я всегда стараюсь покупать. И вот это мыло, оно с глицерином, оно неплохое, я вот покупаю для рук. Ну и вот купила еще по акции вот и пачечку салфеток, 20 штук.
Так они стоили 99 центов. Мы купили по 59 центов. Мы купили на следующий год, потому что салфетки как-то подорожали почти что наполовину. Они у нас очень дорогие, и если есть возможность, то мы всегда покупаем. Еще я в Максиме купила вот такую пальмочку. Кажется, она называется Драцена Маргарита. Стоила 3,49. Ну, сейчас была акция, я купила евро 79. Ну, вот такие акции делает Максима. И, в принципе, если покупать по акциям, то можно намного сэкономить. Сейчас я скажу, сколько мы всего заплатили. Цена у нас на чеке 39,44. И еще на карточку... На карточку вернулось 36 центов. Всего у меня на карточке 5 евро 41. То есть, если я что-то пойду покупать в другой раз, я могу эти 5 евро снять. Могу снять половину. Все зависит, что я хочу с акции купить. Ну, а на этом, пожалуй, я буду прощаться. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если понравилось. И до скорой встречи в следующем видео. Пока-пока!